В Тверской области стал известен список кандидатов на вакантное место депутата законодательного собрания Тверской области 6-го созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу номер 11. На момент завершения выдвижения известно о 7 кандидатах, которые намерены участвовать в борьбе за единственный вакантный депутатский мандат на дополнительных выборах в областной парламент. Среди кандидатов Андрей Белоцерковский, до недавнего времени занимавший должность заместителя председателя правительства Тверской области. Индивидуальный предприниматель Арарат Гулян, Алексей Жуков, пенсионер Татьяна Королькова, Сергей Матвеев. Глава администрации муниципального образования «Сельское поселение» и Томля Сергей Орлов. Научный сотрудник научно-исследовательского отдела Национального исследовательского государственного университета имени Лобачевского Андрей Петров. Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 13 сентября этого года.